После аквапарка мы решили прогуляться по старому городу, сделать некоторые фотографии, несколько фотографий, потому что там очень красивая такая местность. И там нашли кафешку через интернет. Мам София, Марко Поло, по-моему, называется, по рейтингу европейских стран очень хорошая. Кстати, наткнулись вот на такое вот место красивое, вот если вы видите, ну как красиво. Просто площадка баскетбольная, и стены ее так вот в современном стиле молодежью. Да, вот мы кошаков нашли здесь, маленького кошана. Они здесь гуляют так же, как и у нас, свободно передвигаются. И он такой доброжелательный, вот даже... Решил, даст нам. Он, смотри, он за, то ли за тобой он убежал, то ли он просто. Он боится меня. Иди сюда. Иди сюда. Он тебе хороший. Он, наверное, думает, что я ему пожракать дам. Пожракать дам я ему. Пожлакать. Их, наверное, никто не ласкает. Ласковый очень котик. Хотя с животными в чужой стране нужно быть осторожными. Мы же не знаем, носителями каких заболеваний они являются. Так как я любительница всякой такой живности. Вот он сейчас за нами почешет. Все, направляемся в старый город. Маленькая рука, да, да. И... сделать поменьше. Короче, до того не 25. И косипенди. Ты close, здесь вот узкие улочки, здесь даже это старый город, в котором живут люди. То есть вот типа квартиры, что-то, ну да, домик. Домик прям вот на самом деле жилые такие вот дома. Супер вообще. Вот здесь бы где-нибудь снять квартирку. Здесь должны же сдавать, правильно? А что тебе мальчишка сказал? А я не знаю, по-гречески. Видите, приветливое какое население. Смотри, кофейня. Такая она, по-моему, не это. Отель. Кристина Румс. Welcome. Давай спросим, сколько стоит. Калиспера. Калиспера, Никас. Калиспера. Калиспера. Калиспера, Никас. Давай. Ком. Ком, ком. Никас. Давай сюда. Иди. Иди сюда. Иди. Иди сюда. Так. Ой. Да. Что я делаю? Обделался перед дамой.
Сейчас мы, гуляя по старому городу, зашли в ресторанчик «Мама София». По нему очень хорошие отзывы в интернете есть, которые оставляют не только русские, но и люди других стран. Мы сидим с таким видом красивым. Какая-то часовня, которая вот сейчас была ровно 9 часов, здесь били куранты. Это вот стены старого города. То есть мы в самом городе сидим, в старом городе. Здесь, как правило, очень много различных кафешек. То есть в этом городе живут люди, и также можно найти какие-то лавочки, магазины, таверны, рестораны. То есть все здесь есть в одном месте. Все занято, все местечки заняты. На столике стоит баночка, бутылочка с оливковым маслом и еще с каким-то соусом. Но не это самое главное. У каждого ресторана есть какой-то определенный колорит. И вот сейчас, когда мы зашли, к нам подошел официант и рассказал о том, сколько этот ресторан существует, чей этот ресторан, какие звезды он занимает, на каком месте он находится. Правда, он говорил все это по английскому языку, и мы это долго очень переваривали. Но у каждого ресторана, который есть вообще в Родосе, свой определенный колорит, у каждого своеобразное обслуживание. Это даже не ресторан, «Мама София» — это таверна. Кстати, у каждой таверны есть или ресторана есть определенный свой комплимент или какая-то такая тоже изюминка. Вот в этот раз нам принесли 2 бокала вина, которых мы не заказывали. То есть они в счет не входят, это просто подарок от ресторана, от таверны. В другом нам месте давали что-то тоже из спиртного. Почему-то русским спиртное дают. Почему-то русским дают спиртное, да, что-то такое ликер с каким-то травяным даже вкусом. Всегда что-то приносит такое, за что не берут деньги, что не включено в счет, но это какой-то такой вот, как его называют, комплимент. Да, при этом мы еще вообще ничего не заказали, нам принесли его и вот поставили. То есть мы могли заказать просто себе кофе посидеть. Но тем не менее нам принесли вино. Мы в очередной раз обожремся, больше по-другому не скажешь. Вот это мне принесли одну порцию салата. Салат рыбака, там осьминоги, кальмары, мидии. И вот принесли телячью печень там с овощами. Тоже огромнейшая порция. Please.